Приветствую на канале Урожай Ягод. Сейчас хотел бы показать урожайность кустов сорта нейтрально-цветового дня Кабрила. Молодые кустики. Смотрим, какую выдает ягода. Ягода, конечно, экземпляры некоторые поражает. В общей массе крупная и средняя. Больше крупные даже ягоды. По вкусовым качествам после дождей немножко уступает, конечно, может, не немножко, уступает сорту Мурана, который так и остается сладким. Это, конечно, влаги набралось. Но посмотрите на размер ягоды. Ягода сочная и внешний вид, конечно, шикарный. Это другая плантация уже Кабрилы. Тоже видим молодые кустики. Листочков еще совсем мало. Но посмотрите, какая ягода. Ягода, конечно. Внешний вид шикарный. Смотрите, как громадина. Кабрила. Гигантская ягода. И смотрим, да, на молодом кусту. Скажем так, громадная ягода, и ее много на кустах. Не усыпано, но тем не менее. Смотрите, какая красота. Одна в одну. Тут это, чтобы не сглазить. Видим, да? Какие-какие. Какой красавец. Даже такой кустик маленький, вообще убогий, его бедного еле-еле майский зуд ел-ел. И посмотрите, какая ягода. Сумасшествие какое-то. Этот кустик, тут даже листа нет на нем. Вот. Два листочка. При том, что он дал еще и уса небольшого, еще и такую ягоду. Вот такая вот громадина висит на нем. Потенциал сорта, конечно, сумасшедший. Надеюсь, видео было полезным.